Пресс-служба правительства Республики Дагестан сообщает, что на территории 26-го Петербургского международного экономического форума пройдет презентация проекта Каспийского прибрежного кластера. Данный проект будет представлен в форме подсвеченного макета с электронным экраном, а также он предусматривает более 12 тысяч мест размещения, гостиницы, санатории, спортивно-развлекательные комплексы и многое другое. Кроме того, планируется связать российский детский центр и Каспийский прибрежный кластер большой парковой зоны и сделать детский центр частью масштабного проекта. Отметим, что проект также предусматривает создание более 7 тысяч рабочих мест.